Я тут прибираюсь в ванной, и у меня включен этот свет, потому что Сёма основной свет выключает вот здесь. Он очень легко достает и выключает. А Семён, смотрите, что делает. Разматывает рулон туалетной бумаги, да? Мама! Ага, кто это сделал? И палочки вон раскидал. Классно, мама тебе дала палочки, да? Вообще супер. Ладно, буду продолжать. Нужно помыть сейчас ванную. Да, Сём? Ванную и туалет нам осталось помыть. Потом что-нибудь поделаем в комнате, но там спит Сережа, поэтому особо не поснимаешь. Да, Сём? Крышка? Ну, сейчас закроем, хорошо? Сейчас буду разбирать вот эту вот ужасную полку. Короче, здесь такой кошмар. Нужно баночки все пополнить. И как бы ужасно это все выглядит. Здесь бы тоже убрать, но вот этот вот пакет нужен. Все, мы его пока что здесь не достает. И вот эти контейнеры, наверное, уберем. Ну и тут немножечко разобрать. Посуду пока мыть не буду. А все, мы смотрите, что сделал. Нашел гигиеничку мамину. И вот что сделал. Все растеребанил. Класс. Да губы мазать ей надо. Кака. Не какал. Ну, теперь-то уже, да. Знаете, куда он залез? Он... короче, он залез на коляску. Из коляски достал вот здесь вот. Я не знаю, я ее отодвигаю, а он берет сам под... кстати, можно тормоз, наверное, поставить. А он берет сам ее и отодвигает, куда ему надо. Короче, ребенок научился залазить везде, где нельзя. Пошел. Куда? Куда пошел? Нельзя туда залазить, да ведь? Можно упасть. Помнишь, ты здесь уже один раз упал и головой ударился о плитку? Было больно, да ведь? Пойдем лучше поиграешь, пока мама там разбирается на кухне. Где помада? Играй помадкой, пока мама разрешила. Все равно ее уже не спасти. Ага. И, блин, Сём, я сейчас не могу тебя почитать. Мне надо прибраться. Пойдем ручки вытрем тогда хотя бы. Ага. Это зачем ты на уголочек? Прям на Сёму. Конечно, больно. Не нужно зубками уголочки. А что ты хочешь? Печеньку будешь? Да-да. Будешь печеньку? Я не знаю, что ты хочешь. Печеньку? Бананчик? А что? Скажи еще. Скажи еще раз или покажи. Хлеб будешь? Хлеб? Хлеб надо было? Воду я тебе дала. Все? Не хочешь, что ли? Ну, наконец-то. Все? А это второй день сегодня прям такой очень тяжелый. Вчера было реально тяжело, потому что Сёма очень много истерил. Прям ничего не надо было, я не знаю, кризис это или не кризис, или это зубы его так сильно беспокоят, но кто-то писал, что Сёма очень капризный, вот вчера он был очень капризный, сегодня это немного продолжается, не так сильно, вчера он просто каждые 3 минуты психовал, ему не нужно было ничего, вот сейчас я ему тут предлагала и палку, и банан, и печеньку, вот хлеб надо было. Короче, ребятки, вот сегодня он капризный, да? А вчера мама вообще не снимала, потому что нереально не было
сила. Так, я вот здесь вот все растаяла, пополнила, и оказывается у меня закончился рис и сода. Я просто думала, у меня еще наверху, вот здесь у меня запасики небольшие есть, ну знаете, там полупаковки, упаковка максимум. Потому что не люблю много запасов делать. Сейчас все, пойдем читать. И сахар пополнила, ну здесь у меня укропчик. Что там? Не Сема зовет сказки читать. Сейчас пойдем, сына. И... расхламление небольшое. Выкидываю вот эти вот отруби, потому что Сережа их не ест и купил, но они ему не понравились. Они у нас уже открытые, стоят, наверное, месяца два. Все никак не уйдут. Вот от них избавляемся. Идем читать сказки с ребенком. Сели на балконе, и, блин, у меня садится батарейка, сейчас быстренько скажу, я по мелочи хожу, прибираюсь, вот там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, а Сёма смотрит мультики, ну, если это можно так называть. Он пока что не психует, не истерит из-за того, что я там включаю или выключаю, но вот на хотя бы секунды на три его хватает. Короче, я тут успела тут 5 минут поразбирать полочки, и все. И он... думаю, скоро уже перестанет сидеть. Я жду уже тот момент, когда ему нужно будет укладывать спать. И это еще часа полтора. О, какое сегодня яркое солнышко прям вообще. Сёма, я не хочу соску. Сёма, я не хочу соску. Папа плохой малыш, не берет сосу, да? Да. Скажи, она же такая хорошенькая. Ты же причем тебе обратной стороной дает брезгует. Ты что так колышь? Все не отдаст теперь. Это... да, не отдаст. Сёма. Поменялись? Вот свою сосу взял. Сёма, это нельзя, это кака, фу, гадость. Вот это хорошая вещь. Га-га. Это гадость. Папе надо тоже эту сосу на другую поменять. Да? Ты говоришь, новую мне вейп надо купить? Нет, вот такую, как у Сёмы.
Сёмкой вышли на улицу, у нас такой ветер сегодня осенний, несмотря на такое яркое солнышко, но прохладно. Пришли вот в такой вот типа сквер-парк мини и немножечко погуляем здесь. Да? Давно мы сюда с тобой не ходили? Что всю на ту площадку новую ходили и все? Иди выкидывай, что ты там подобрал опять уже. Деловой прям я вообще. Молодец! У нас тут примерка сапожков Сёминых. Сережа меня поправил, сказал, что это ботинки. Мы сейчас, ну, начинаем готовиться к холодам, потому что что-то уже прохладно становится. И вот заказала почти сегодня зимний комбез. И сейчас Сёме попробовали одеть. Вроде он не хорошо топает. Я покупала в конце весны, по-моему. Не помню, когда точно, но тогда Сёма сидел в основном, поэтому они, возможно, ему были большие. Сейчас мы вроде там и стельку померили, и Сёме ногу запихали, и походил, и попробовали пальцы пропихнуть. Но вроде они ему сейчас прям очень хорошо сидят, немножечко там у него свободный носик. Но я думаю, что эту осень мы отходим. Тем более то, что он, скорее всего, будет с резиновыми менять, так что... На осень у нас ребенок одет, осталось только готовиться к зиме. Зимними сапожками будет, наверное, проблемка, потому что он вообще не любит мерить, чуть не писался.